Здравствуйте, с вами Данте. И вот моя мини-ферма по производству тростника. Построил я и только что. Но уже видно, что хоть что-то растет. Ну, так, сколько у меня порт этот. Уже я из него еще ни разу не упал. Ура, выплыл. Ладно. Поплывем, плывем, плывем. И сейчас будет жутко генерироваться мир. А из этого будет очень хорошо лагать. Ну вот, все, генерируется мир, лагает. Отвернемся. Поворачиваемся. И ничего, ну, опа. Так, хорошо, сгенерировалось. Курс на тростник. Так, больше ничего не сгенерировалось такого хорошего. Нет. Так. Кстати, подписывайтесь уже, а? Когда будет версия 1,8 мета. Я хочу, чтобы хотя бы уже того времени, когда перейду, уже хотя бы было подписчиков хотя бы 5. Так уж, подписывайтесь. Так. Можно сказать, далеко мы не уплыли. Ладно. У меня пока что тут дело есть. Опа, причем уже вот это уже, так сказать, хорошо растет. Так. Ура! Все, сплавали, хватит. Все, закроем так. Забыл, забыл. Так, надо сгонять. А, что-то ему тут. Ну, я про себя так говорю, что что-то мы тупим. Просто. Ну, просто мы с другом в Конфорос играем. Ну, и это... Я уже сам, можно сказать, себе говорю. Ну, не сам себе, конечно. Можно сказать, что такое, блин, бывает, что это? Говорит, что там мы тупим все время. И сейчас бы я моему другу уже надоело. А что могу поделать, если все? Так. Поставим специально вот сюда сундуки. Ну, то есть сундук, как показан он. И пойдем домой спать. Прекрасен, в общем, закат. Прекрасная гора, блин. Кстати, не думайте, что я дырку там выпиливал специально. Она так сгенерировалась. Ой, блин, прекрасно так смотришь, как луна восходит. Кстати, восходит быстро, что-то идет очень медленно. Кстати, заметьте, луна, если так посмотреть, будет идти, достаточно медленно, достаточно быстро, то есть, так. Ну, две кровати на выбор. Спим, 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 спим. И проснулись. Ура, проснулись и умерли. Так. Ну ладно. Так. Это будет свет.
сказал электрик, перерубив же нафиг провода. Так. Значит, блин, какой-то у меня домик пустоватый. Пустенький у меня домик. Ладно, отсюда крафтбух, крафт этот. Очень понятно. Так. Ну и отправимся. Куда ж мы отправимся? Ох, у меня планов. На выполнение их уже, можно сказать, времени и нету. Хотя, блин. Вот чем хорошо лето. Можно сказать, летом я могу записывать хоть 24 часа в сутки. Если бы был бы у меня без неограниченный этот, отключили бы от ограничений, то в принципе. А кстати, вот у меня тут надгробие. А кого я сейчас? Вот у меня, я открываю конкурс. Ответь, кто? Кого там похоронил? Ответьте, кого я тут похоронил с такими уж почестями. И не знаю. Так, кстати, что-то я тут немного тупанул. Ну, в принципе. Хотя он так. На надгробии написано: «Покойся с миром, Вёрджил». Ну, как в одном из моих видео можно подумать, что Вёрджил это друг, но он в Майнкрафт не играет. Так. Ну, сейчас немного повеселимся. Так. Хочу знать, где овца. Да, знаю, некоторые воскликнут, вот садист. Но надо, чтобы они были такие красивенькие. Так. Опа, а так и овца. Овца, ура. Вот про это я попозже немножко расскажу сейчас. Хы, ура, хламурная овечка. Я да уже злая, что ее покрасили. Не бойся, овца, я тебя спасу, я тебя убью. О, все. Бог, шерсть нормально так. Ну вот это я просто так поставил, у меня просто... В общем, поки лишние были. Так. Цветочки, цветочки. А, кстати... Т-т-т. Версии 1.8, если не надо будет переходить на новый мир, ну то есть это... Если... Ну, например, просто скачал, ну, не скачал, установил игруху, и это, включил старый мир, это, ну, механика лука, вот говорят, будет изменена. А как именно, я не знаю. Так. Так, значит. А, чё-то не забыл, я ж... Так. Ладно, в общем, я ненадолго отключусь, когда подключусь, видите,
Что мне взбрело в голову? Так. Ну вот, в принципе, что меня забрело. Вот этот квест был для следующего моего подписчика. Ну а если мне захочется я с версии 1.8. С версии 1.8. Если будет согласен хоть один человек, буду. А что я буду? А, вспомнил. Буду снимать летсплеи в это. В мультиплеере. Так. Ну, в общем, и все. Сегодня как-то было уныло, ничего, можно сказать, нового и не было. Так, ну, в общем, с вами был Данте. Это мой был летсплей по игре Minecraft Battle. И, кстати, я скачал игру одну. Даю, как-то, блин, там. Сейчас, в общем, сейчас. Так. Называется Deus Ex Human Revolution. Ну, в общем, мощная игра, мяный комп, не скажем, что сильный, но не скажем, что слабый. В общем, это в общем, даже на минимальных разрешениях все окей. В общем, не знаю, буду я по ней летсплей снимать, не буду. В общем, все. Это все, что я хотел сказать.